Приветствую всех, друзья, на своем YouTube-канале. С вами Егор, и мы продолжаем прохождение игры SnowRunner по бездорожью. Сегодня на нас будет работать два этих прекрасных зелка. 133-й крокодил и 130-й. Перегнал я их на карту залив Педро, Аляска, США. Итак, давайте начнем выполнять поручения. Здесь их не так много. Начнем мы, как всегда, с постройки мостов, обвалов. Итак, оползень у Моррисона, первая задача. Ни одной из шах Моррисона в горах... На одной из шах Моррисона в горах случилось ЧП. Никто не пострадал, но из-за камнепада закрыт проезд по дороге. Поможете расчистить завал? Ну, деревянные доски. И сразу возьмем еще две упаковки деревянных досок, потом построим дорогу сразу здесь. Так, где эти деревянные доски нам брать? Вот. Как-то нам нужно проехать за ними. Я не знаю. Ну, здесь вроде путь есть какой-то, но не помню. Ну, почему я и взял 130-й? Потому что там вроде как бы между камнями, ну, проезд такой узкий. Думаю, что ЗИЛ проедет. Ну, давайте заводим нашего красавца. Кстати, подцепил я 133-му прицеп. Не полуприцеп, а прицеп кразовский. Так что-то так. Прицепы эти есть, а я с ними вообще не катаюсь, не цепляю. Ну, давайте, погнали туда выполнять задачи. Так, включу я, наверное. Все, вроде прогрелись. Поехали. Можно и выключить эти табло это. Так, я сюда и выйду, не выйду. Не, нужно проезжать дальше. Кстати, решил я проблему, ребята, с модами. Не загружались моды. Не скачивались, не мог ничего, короче, не установить, не удалить мод. Думал, это как-то там с разрабами связано. Может, они там обнову заливают, начинают заливать или еще. Что-то обнову никак не залили на основные серверки. А не, оказывается, почитал там на форуме, а эта проблема у многих есть. Ну, бывает, случается. Просто файл, заходите в мод документы. Сейчас. Документы My Games. Так, сюда. Ага, нам поворачивает нужно, да? Заходите в документы My Games. Mods. Там есть файл ISON, по-моему. Как-то еще называется такой длинный файл. ISON. Я его удалил, вот удаляю. Ну, потом, правда, заходите в этот самый, в игру. Продолжить не нажимаете, заходите в просмотр модификации. И заново регистрируйтесь на, типа, на сайте там. А, вот, 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 вот. Думаю, что пролезу я зелком. Заново регистрируетесь и обратно, типа, моды устанавливаются. Ну, они автоматически там устанавливаются. Да и все, проблема решена. Ну, я первый раз с таким столкнулся, с этой проблемой. Так что, ну, по крайней мере, уже знаю, как ее решить. Так, поехали на нашего красавца. Я, правда, пониженную даже не переключаю, ему сзади едет нормально. Тихо. Да, блин, сносит его тут.
Так, где эта лесопилка? Тремя связками досок. Так, лучше я тут пониженный. Так, аккуратно, аккуратненько. Да, тут, конечно, с полуприцепом вписаться тяжеловато. Ё-ё-ё-ё-ё, тихо-тихо. Не дорога, ё-моё. А не знаю, я и подвеску не поднимал. У него активная подвеска, в принципе. Тут только какие-то такие горки. Такой грязюки тут нема. Так, ну что, грузимся. Все, порядок. Так, где там наше задание? Че оно не светится? А, вот оно. Так, нам разворачиваться нужно. Давай, в принципе, зелок неплохо разворачивается. Прицеп всего на 4 места. Нормально. Бы не перевернуться. Аккуратненько. Да, дорога тут, конечно. Тихо. Ничего, озерки красавцы. Где выручают? Погнали в горку. Сейчас спуск, а потом в гору. Красотища какая. Леса Аляски. И вид неплохой от первого лица. Супер зелки. Так, тут потихонечку, что-то мне тут сомнительно как-то на скорости проезжать. А тут и камни вон. Сейчас починим этот завал. Блин, ну тут и камни. А что такое? Вот этого я не люблю. Ну вы представляете, надо вести, оказывается, аж самую. Такая глупость вот эта придуманная. Понятно. Да, тут теперь скатываться нужно. Да потихоньку как-то. Блин, потихоньку получится. Блин, что я там или не глянул, или... я про вообще забыл, что такое может быть. Обычно с двух сторон.
Да ё-моё, уже хочется, блин. Да, теперь выруби попробуй. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Да пофиг, хай, пусть уже выворачивается. Понятно, короче. Туда же, куда и ехали. Выезжали. Ну, именно в некоторых заданиях даже обвалы с двух сторон, блин, подъехал с любой стороны, скинул там материалы, и все, и задание выполнено. Тут такое бывает прикол у них. Именно с одной стороны. Блин, давай, потихонечку. Что он там? Носит еще его конкретно. Красавчик Зилок. Такс. Тут аккуратненько проезжаем. Тут бы как-то вырулить нормально. Ну, отлично. Отлично, теперь можно приступать к расчистке завала. Без вас мы бы тут на неделями ковырялись. Нормально. Так, еще две упаковки досок. Мосту сюда. Опять с другой стороны или с этой можно? Работники сообщают, что мост, которым мы постоянно пользуемся, на ладан дышит. Хочу попросить вас подвести к нему досок для ремонта. Согласны? Не вопрос. Тут рядышком, в принципе. Разворачиваем. Сейчас развернемся. Четко так. Зиму показывают, я еще и подстыл, блин, тоже. Наверное, никак не. Так, это поручение. Как нам к нему? А, опять сюда, блин. Верным путем идете, товарищ. Зилок красавчик. Я тоже сидел, думал, подбирал машинки сюда.
Ну какие же машинки сюда взять на залив Педро? Тут же гаража нету. 133-й я давно не ездил. 130-й, в принципе, думаю, возьму его. И прицеп у него есть именно под него. Классный такой. А смотрите, колеса все в снегу. Там еще с этим, с краном нужно будет, будет задание. Так, нет, где оно? Управление грузом. А, тут 4 надо, ё-моё. Фу, ты шо, капец. А тут 4 нужно, ё-моё. Опять не посмотрел, короче. Может, зилком этим притянуть, да, как его. А где 133-й мой зил? А, вот он. Стоит. Так он под другое, блин. А что у нас еще потом? Упавший столб, тоже двое досок. А, ну-ка, короче. Поехали обратно за досками. Да. Что-то я как-то завал. Я подумал, что там два и там два. Блин, блин. Не посмотрел опять. Развернуться. Юх, красава. Ну, надо было тогда ему прицеп, блин. Ну, длинный прицеп тут тоже, ну, не. На 6 мест. Чересчур не вписываемый. Да ладно, ну что же разберешь. Там, блин, задание с одной стороны только выполнимо. Поставили. А тут я профукал уже сам. С этими досками. Ну, мост отремонтировать надо, по нему ездить. Там же контракты начнутся. По-любому сюда какой-то контракт будет. Залив Педро. Давай, 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 давай. Блин, его тут сносит так конкретно. Какой-то гололед, блин. Полетели, уже и вечереет. Опять по этим ямам. Там, в принципе, к мосту можно с другой стороны, я так понимаю, подъехать. Чтобы нам и к столбу отвезти еще две упаковки досок. Сегодня чисто перевозки досок. Так, где этот мост? Вот он. Ну я же могу и сюда и проехать, правильно? Ну да.
Поехали, посмотрим, что там за дорога. Да, по-моему, там можно проехать. Вот она, эта дорожка. Такие сугробы расчистил кто-то. По бокам сугробы. Да, я думаю, что мы тут пропетляем как-нибудь. Как-нибудь. Так, только как? Ну, как-нибудь надо проехать. Стоп. Подниму-ка я подвеску. Так, наверное, проще будет. А чтобы не побить, блин, машину. О, нормально, так. Шикарно сейчас. Достроим мост и поедем к столбу. Карта небольшая, залив Петра, в принципе. Задерживаться долго не будем. Уже и контракты хочется выполнять более-менее такие. Да, нормально. Опа, деревянный мостик готов. Ну и ну, как все запущено. Повезло, что он еще не обвалился. Ну ничего, доски есть, так что мы его в два счета подлатаем. Спасибо. А на здоровье. Так, а где этот столб, блин? Упавший столб. Это еще этот хаммер. Упавший столб. Ой. Электростолбу. А в принципе нам можно сказать по пути. Привет, это Питер из Моррисона. Я сейчас на складе, сидим тут в полной темноте. Наверное, где-то столб упал. У вас будет время проверить? Проверить, наверное, и починить. Также было бы описание. Ой, как напишут. Так, ладно, разворачиваемся. Погнали. Ой-о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 й
Азелок прет, прет. Чё, подвеску поднял, и вот вообще красавчик. Прется так. Нормально так прошел. Ха-ха, красава. Да, и вид от первого лица вообще шикарен. Так, я не понял. Стоп. Нам что, поворачивать? Ну а да. Разогнался, ё-моё. Эх. Такие дороги тут классные. Ну ничего. Там с прицепом у нас на месте. Блин, ни хрен впишешься.
здесь, что ли? А, нет, дальше. Так, стоп, пущу я эту подвеску. Вот классная подвеска. Когда даже у разрабов есть, вот именно в местных машинах некоторых, есть тоже активная подвеска. Не только на модах. Вообще шикарная вещь. Так, здесь вот. Все. Да будет свет, наконец-то, спасибо за помощь. Если бы не вы, то нам бы еще долго в потемках сидеть. Давно пора заменить эти древние столбы. На здоровье. Так, что у нас еще есть? Какие-то мосты? Нет, ничего. Хаммер на стоянку, вездеход. Запчасти. Фамильные ценности, прицеп и... И этот сам... О, кстати, давайте выполним этот с краном. А, стоп, стоп, стоп. Это, блин, далеко. Я ж сюда не проеду. Блин, поломано все. А что тут надо, я не пойму. Ну, короче, давайте я заглушу этого зелка. В принципе, тут погрузка, погрузка. Да я его тут оставлю. Пересяду на 133, то есть. Так, и возьму какое-то поручение. Блин, ну тут на завод вроде рядом. С краном, с краном, с краном. Но все равно надо выполнять. А потом прицеп я сдам, да и все. Бочки с топливом. А, так тут нормально. Все. Мы перевозим часть склада на новое место. Объемы такие, что сами не справимся. Все наши машины уже задействованы. И помощь нам не помешает. Не вопрос. Рекомендован грузовик с краном. Ну, у меня же этот стоит манипулятор. Я ему взял. Так, 133 наш красавчик, ребята. Ну и прицеп кразовский. Так, ну что, погнали. Нас ждут великие дела. Дизелек. Крокодильчик. Я не понял, что налево показывает. Правильно мы едем. Кразовский прицеп большой, блин, да? Ну такой, на два места, по-моему. Так как раз нормально. Там бочки и две упаковки досок. В принципе, пойдет. А ему, кстати, тоже можно подвеску поднять. Нахрена оно мне показывает в ту сторону, я не понимаю. Налево. Мы что-то отремонтировали обвал. То, в принципе, сюда и поедем, поднимемся. Блин, как они вот это
эти заборчики. Отремонтировал, но все равно типа преграда стоит, типа не кататься здесь. Хрена нам надо. Хочется так разогнаться, но видя впереди камни, сразу понимаю, что подвески хана. Так она, я не пойму, зачем там кран? Если они там на каком-то этом заводе еще. А, вон. Топливо я понял. Так, ну ясно, топливо. Так, и чё эту фигню? Блокировка прицепа, это что там? Не блокировка прицепа. А, это эти, блин. Цепи тут, да? Ага. Хрен, короче. Прикольно, конечно. Борт нацепить и поблокирует, не блокирует. Так, а где же эти доски? Переезд. Нифига не понял. А доски-то... Где брать доски, бля? Блять, намутили с этими заданиями, вообще ни хрена не понял. Топливо жму, вообще нифига не происходит. Ну я сейчас отвезу это топливо, а доски потом за ними ехать. Или блять, сюда что ли мне показывать. Нажимаешь на какие-то материалы, сразу тебя бац перекидывает на то самое, показывает. Какая-то мутная это, блядь. Вот честно, иногда разрабы просто удивляют. Ну их нахуй. Сам додумывайся, сам как-то это самое. Поедешь сейчас, заберешь доски, а оказывается, надо и было их погрузить. Там же написано, рекомендован погрузчик с краном. Доступ на склад открывается. Ну ладно, хрен на них. В принципе, тут недалеко. То описание какое-то мутное. Проверьте, типа, возьмите доски, но проверьте. Ну, напишите, что да, отремонтировали.
Или это перевод такой кривой? Так, в принципе, я тут рядом, сейчас загружу на прицеп доски. Ну, я так понял, что значок горит, значит, доски там, ну, типа, показывает, что, мол, доски там. Просто именно такое, топливо подобрать краном, а доски так загрузить. Ну, такое, если уже кран берешь, ну, как бы, то где-то там валяются то кирпичи, то это самое, то цемент, то еще что-то. А тут именно так. Хрен пойми как. Так, прицеп, две доски. Все. Поехали на этот завод, делаем. Попробуем сдать сейчас. А, так мы отсюда и проедем. Все, погнали. Нас ждут великие дела. Нормально, отлично, проходим. Шикарные сделки. Так, я так понимаю, что направо. Ну да. Ну а тут, блин, это... Трясина. Так, стоп. А подвеска что, нету? А, есть вот. Все. Теперь нам не страшно. Не страшно это болотце. Так, красава. Проехал. И зеркала видно, все так чистенько, классно, прекрасно так все. Супер, я же говорю, вот это, блин, мода. Это что же автор Аката моды? Молодец. Какие модельки сделал классные. Так, ну вроде все, да, ну видите. Великолепно, на новом заводе все готово к работе. Спасибо большое. Награда, склад доступен. Ну и отлично. Все, ребята, на сегодня все. Там осталось, по-моему, 3 задания уже завтра. Добью их. Видео запишу. Все, всем мира, добра, здоровья. Подписываемся на канал, ставим лайки, кому нравится. Комментируем. Ну и до встречи.